Привет, народ, это мы. Привет. Мы в Дубае, немножко потерялись здесь, возле Крика, в старом городе, да? Сейчас вам покажем. Потерялись, но так сильно бояться не нужно, просто мы зашли. Метро работает всего лишь до 11:27, нам нужно успеть на метро, нужно не потеряться. Вот, и мы решили погулять все еще по набережной, по ночному Крику. Уже в магазинчики не заходить, просто погулять и немножко заблудились вот в таком вот интересном. В таких улочках. Да, в таких улочках дубайских. Необычно, да, и людей нету. И сейчас без 20:11. Есть у нас немножко вариант погулять, поэтому не буду вас томить. Пойдем гулять. Как красиво месяц. Ой, ну просто красота. Ну идемте. А вот всякие такие резные штучки, это, наверное, уже все-таки сделано в современном мире. Балкончики красивые, резные. А, напоминает дворец шейха Заида, да? Оставлю видео в описании. Мы были там, в Эль-Джахире форте. Угу, как красиво здесь. О, это музей, наверное, мы на какой-то вышли, да? Тут история. Это тут несколько, рыбак, как мы говорили уже, музеев. А мы были в музее парфюмерии. Тоже посмотрите обязательно эти видео. Наташа была в восторге просто. Это женщины продают овощи. Да, прикольно. Красивые фотографии такие. Немножко отсвечивает. Ух ты! Все еще никого нету. И тишина. Так, что там вот там? Смотри, как интересно. Во дворике. Непонятно что. Дубай Крик, рождение города. То есть там было. Вот ага, там было рождение города, а сейчас там самое современное метро. Ветка зеленая, называется станция метро Эль-Губейба. Кстати, это и вокзал, он в ту сторону. Наследие, это Heritage Community наследие, а там музей. Ну, фонарики, кстати, такие, да, вот обычные. Как это обычно? Ну, такой, ну, как бы, не совсем древний, старинный какой-то такой. Ну, чистенький, новенький, все чистенькое, новенькое. В смысле, это все новенькое? Это ничего не старинное, как я понимаю. Ну да, так я и сказала, что все уже давно сделано современниками, но под старину, очень красиво. То есть, если вдруг захотите заблудиться в улочках такого ночного Дубая, очень прикольно даже. Наташа решила меня поснимать, да, я тебе иду. Если разбежаться, я интересно до окна. Допрыгнуть? Да, допрыгнуть, только зачем? Да. Ага. Там девушки, женщины могут помолиться. Смотри, слушай. А сюда здесь пойдем? Да, давай посмотрим здесь. Народ, это не шутка, это реально Дубай. Только мы немножечко в этих лабиринтах заблудились. Смотри-ка, зеркало сюда. Ну вот делано все как-то под старину. Вот эти вот все вот, как это называется, такой как песочный щебенка, как вот это, известняк такой. Вот он так сделан классно. Главное, не страшно, потому что никого не испугает, не запах. Видишь, балкончики, вот колодец. Да, вообще такие дворики, улочки. Классно все сделали. Классно, как под старинный Дубай, только все очень чистенько, все новенькое. Да, действительно, вот, скажем так, наверное, лет 30-50 назад также и жили вот люди, которые были местными в Дубае. А сейчас люди уже ездят на Мерседесах, на БМВ, на Феррари, и молодцы, чувствуют себя хорошо. Там, наверное, выход, мы погуляли, что нам интересно. Пожарные какие-то эти системы. Сооружения, да. Да, классно сделано, ну реально, классно. О, слышно, какие дуры. Может, тут мечеть? Удобно сесть, посидеть. Классно. Хорошо.
кажется, мы как-то здесь заходили, пожалуйста. Вон какие листья большие. Что это за дерево такое? Я не знаю. Какие смотри, какие эти муравьи ползут. Вот муравьи здесь, кстати, жестокие. Не дай бог муравейник. Кстати, смотри, какой здоровый. Так, вообще. Ух ты. Это мама муравьиха, наверное. Я не знаю. Мечеть Муни. Я же говорю, что где-то мечеть. Не, давай сюда пойдем, туда давай, не пойдем. Пойдем я хочу сюда. Здесь вот такие живут люди, и камеры есть. Вот. Думаешь, живут? Ну, да. А что это? Что такое adornment? Adornment. Adornment? Ой, да я франжипани понюхаю. Господи, как он пахнет вкусно, это обалдеть. Благоухание. Обязательно понюхайте франжипани, если будет такая возможность. Adornment украшение, кстати. Я даже Beauty and adornment. Traditional jewelry. Ага. Иду. Мы ничего не взяли. Здравствуйте. У нас ничего нет. Здравствуйте. Она кушать хочет. Да все кушать хотят. А вон какая красотка. А? А та умная. Ой, извини. А, какой красивый. Ага, скажи, необычный. Я же не поверила. Ух ты, какой красивый. Ну все, мы не будем вас беспокоить. Малышка, извини. Извини, котик, мы пойдем. Прости, что побеспокоили вас. Если б знали. Нет, только не иди за нами, пожалуйста. Какие-то мы пойдем. Помнишь, что русского туриста облику морали? Да. Ой, я не сняла тебя. Хорошо, еще раз гугль. Русского туриста облику морали. А вот, наверное, приютихал. Там мелькает это света плохо. Здесь люди не живут, а я не знаю. У нас работники какие-то живут. Интересно, это магазин был... Визитор-центр, Heritage, Эль Мактум. Мактум — это шейхи Дубай Резиденс. О, этот дом поэзии есть. И дальше Beauty and... Ну, это мы... Ой, ну не надо, не иди за нами, пожалуйста. Все, я не хочу туда идти. Куда? Вот посмотри, тут такой тупик, просто вот смени вот. Красивый. Красивый тупик? Ага. Все, там больше ничего нет. Ну, малышка, у нас ничего нет. Котик. Хочешь, если выйдем на набережную, может там тебе купим что-нибудь. А что же мы там купим? Там ничего не продается. Никакого мяска, а шаурмишки что нет? Шаурмишки. Ты нас провожаешь куда-то? Вот гуляем с котиком по Дубаю. Где вы это еще увидите? Только в нашем канале. Немножко поднимем. Да. Так, что это? Крафтс. Что такое крафтс? Крафтс? Крафтс. Крафтс? А не крафтовая бумага, типа, нет? Ну, не знаю, традиционный. Я прямо. Котик, ты навязчивый прямо. Ух ты, девочка какая ремесло, красивая. Профессия. А, традициональное ремесло. Occupation, profession будет написано. Сейчас скажут нам хейтеры, что мы кота не кормим. Но мы не знали, что ты с нами пойдешь, не правда? Ну, если я побегу, я тоже побегу. Побежали. На перегонки? Побежали. Может быть, ты иди в то место, где ты знаешь, а? Может, иди домой. Там все-таки тебя покормят, честно. Ты не думай, мы просто не сможем тебя, к сожалению, взять. Давай, иди домой. О, мы выходим. Место к залив. К залив. Я проведу вас к залив. Пройдемте. Ветер, наверное, в камеру вообще. А что это такое? Так люди на велосипедах гоняют. Ой, кораблики. Такие красивые кораблики, экскурсии стоят где-то $10 до это час. Где-то с едой, с музыкой. До, наверное, $40. А люди есть? Я что-то людей не вижу. Они внизу сидят, жарко, наверное. Ну что-то мало и музыки не слышно. Обычно такие кораблики. Там в середине. В середине музыка. Самолетик садится. А показывали мы этот крик
днем, да? Обязательно посмотрите это видео. Днем? Уже да. Вечер был такой. Днем, потом уже шли вечером, пробовали такой кисленький крыжовник, такой острый. Здоровый. Да, смотрите. Сейчас будний день, без 5:10. Пусто вообще. Обычно здесь толпы туристов гуляют. Народ гулял, толпы туристов. Пусто. Идем туда, прямо. Хочу прямо. А вон. Мы там были. Абра, да? Очень интересно. Привет. Пришвартовывается. Сейчас будем идти и гулять вперед. Гулять вперед? О, Наташа говорит, что велосипедисты гоняют здесь сильно. Прям как на Корнише. Помните видео, где мы гуляли? И днем гуляли, и вечером два раза, да? Мы в прошлом году мы много раз, аж два раза попали в Абу-Даби. Ага. Так, а в этом году мы попали, слава богу, домой в Киев, а потом в Дубай. Ой, так да. Что есть у нас плейлист «Киев, Украина», посмотрите обязательно, нам будет очень приятно. А вот дом поэзии, к сожалению, на себя. Тут дом поэзии. Слушай, а вот этот билет, который мы купили, когда были в доме парфюмерии, да? Да. Входило же что-то еще. Да, там входило что-то еще. А вот мы не помним, за 15 дирхам там... Да, там только... входили еще четыре дома, музея. Короче. Ну, они дома называют. Может быть, это и поэтри входило, и что-то еще. Наверное, да. А смотри, какой на балкончике, если будет видно. Можешь сходить с этого? Классно, да, балкончик? Да, вот эти вот окна. В разных таких стилях и написано, что дом поэзии. Но тут, скорее всего, конечно же, будет такие, я думаю... большие книги с этими, с арабской вязью, вот такой вот красивое что-то такое, на арабском. Ну да, Коран вот такой вот будет. Вот смотрите, кстати, вот такой вот замочек я помню. Мы гуляли здесь и фотографировались. Смотри, тоже как подсвечены красиво. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Причем, по-моему, три разных узора. Класс. Ой, ветер хорошо поддувает. Месяц и тишина. И тишина. Как нормально? Посмотри, вообще ни толпы, ничего. Нет. Дистанция не то, что не 2 метра. Ну, дистанция отлично. Просто 2. Нет, нормально. Отлично, никто никому не мешает. Никто никому не мешает, но честно создается впечатление, что ситуация в мире все еще к улучшению не идет. Поэтому это печально. Красивые какие здесь узоры. Возле дворца. Ну, вообще, на славу, конечно, плитка сделана, пол. Пойдем окна снимем, если получится. Идем. Куда идти? Иди сам. Говори. Вон, здесь так темно, честно, вот камера освещает, но издалеке уже какие-то фонари есть. Кораблики. Помните, на Абре катались. Ой, вообще замечательно. Смотри, три разных узора на этом. Да, я вижу, слушай, круто. Вот так идет полукруг, да, а так-то они все три разных, красивые какие. А ну иди сюда, правее. Чуть-чуть, чтобы это левое окно было видно. Ох, как красота, красиво, да? Обалдеть. Можно же было сделать все одинаковые, да? Зачем заморачиваться? А можно сделать красиво. Конечно, вот в первый раз так вот действительно... Вечером, даже ночью, в 10 вечера такая тишина в Дубае. Наверное, вся тусовочка сейчас в Дубае моле. Мы там когда были, там в 10 люди только приходят. Но вот здесь, на набережной Крик, в музейных домиках, в которых мы немножечко заблудились, конечно же, такая тишина. Котик сидит, добычу ждет, сейчас покажу вам. Ну, котики здесь милые. Сидит и ждет добычу. Прикольно. Ты видела, котик там сидит, ждет. А, еще котики. А, елки, класс. Привет. Ладно, наверное, близко подходить не буду, потому что сейчас пугну. Вам просто увеличу, что такая вот симпатяшка здесь живет на набережной Дубая. Все, идем за Наташей гулять. Все, вы с нами, дорогие наши подписчики. Не забывайте комментировать, как вам такое вот интересное ночное видео. Конечно, мега классно погулять.
Но чувствую, что что-то в мире не так происходит. А? Emerging City? Не знаю. Какой-то звезда упала. Важный город, да? Ну загадай желание. А что же тут? В этот момент. Загадай, чтобы это все закончилось. Вся ситуация в мире. Все начали путешествовать. Люди снова начали жить без вот этих вот вещей. И никто не болел. Вот это вот самое правильное желание. Я права? Да. Там дальше интереснее. Там дальше интереснее? Мне так кажется. Нет, ну тут все интересно, честно, идешь так туда. Мне вообще интересно, что мы идем и никого нету. Мне очень интересно. Тут много всего интересного. В общем, тут в любой дворик заворачиваешь народ и уже гуляешь и путаешься. Главное, что тебя не сбили только на велосипеде. Дальше можно идти и идти и идти. И я не знаю, что это. Привет, красавчик. Еще котейка спит. Смотри, такая арабская котейка. Вытянутые лапки, конечности все, ушки, туловище. Хвостиком лапки накрыл. Да. В общем, посмотри, что такое emerging, это новый. Это новый город. Независим, получивший независимость. Красиво, кто-то в переходе прошел. Ой, какой корабль выворачивает здоровый. О, я даже его не увеличу сейчас. Он сейчас нас нагонит, не надо. Ну, хорошо, идем. Да, он сейчас быстренько нас и обгонит. Идем вперед. Ну, это здоровый вообще. Смотрели на кораблик, сразу же взор налево, и вот такие красивые дома. Не знаю, такие даже не помню здесь. Узоры просто мега классные. Неужели это так просто под старину сделано? Мрамор такой. Сейчас ближе подойдем. А вон вообще колонны. Что за красота такая? Ну. Ага. Нет, это камень. Вообще дворец прямо. Сказка. Вот это реально как восточная сказка. Угу. Что-то ничего не написано, да? Да. Сиденья какие-то. Все, приятно. Догадывайтесь сами. Кричите, да, и котик спит. Не кричите, котик спит. И котик спит. Слава Богу, так. Котик спит. Сейчас покажу просто весь этот дворец, все это великолепие какое-то. Вообще. Колонны, и вблизи покажу. Красиво. Просто отвернулись, повернулись, уже красиво. Ну, это Дубай, в принципе. Точно, отвернулись, повернулись. Да. Уже что-то новое. Да, уже новое построили, да? Помнишь, мы как-то ехали, только развязку на шоссе строили. Мы такие, Да. Небось, через года два закончу. Через два месяца приезжаем, развязка уже вовсю работает. Уже готово, все, ребята. Мы такие, молодцы. Опа! А я даже не знаю где. Вон, да. Справа. Пролетел вертолет без фонарей. Представляете, интересно. И еще один. Вот так вот. Это какие-то специальные вертолеты. Это не простые. О, вот это как раз дома вот такие. Очень популярные, башни. Это ветровые башни. Да, это специально как кондиционирование помещения. Так что это? Он не с нами разговаривает. Нет. Может по телефону говорит. Даша уже хотела ему ответить, да? Да, нет, мужик, как-то... что хочешь? А что там, смотри, наверху синий светится. Тут что-то вообще, тут надо, мне кажется, день, чтобы провести, вот, позаходить во все эти домики. По-моему, там выход написан, у меня не наводится, не, честно. Ну, там выход, ну, значит, вход почему-то, там как вода отражается, такое впечатление. Бассейн. Ну, музеи какие-то еще. О, сейчас я скажу. Народ, ну что, кто-нибудь так гулял по такому Дубаю? Я поняла, знаешь, что это? Это течет вода. Напишите в комментах. Шикарно, да? Ветерок такой. Ой, класс. Ветерок, да. Наконец-то нас обдувает и как-то немножко...
немножко полегче. Реально замок какой-то за нами. Но если флаг стоит, значит, наверное, это какое-то официальное что-то. Ну, да, наверное. Ну, именно не... А самолет прямо на посадку? Ну, не, это... Ну, он там один за одним. Не, мы не увидим. Немножко. Один за одним. Мы, может, ближе подойдем. Он еще такое впечатление, что прямо над городом сейчас сядет. А ну, сейчас, подожди. Вот, вон, он, видно, где он. Эмирейтс, по-моему, да? Слушай, ну отсюда прямо так не могу увеличить. Да, пока увеличила, самолет уже сел. Да, сейчас через секунду второй. Понятно, все. Не разобралась. Тут дело секунд. Так, а вот что это за... Кстати, вот дренажная система, это система поливалочек. Смотри, традиционная еда, дом традиционной еды. О, что мы сюда не зашли? Мы здесь покушали бы, нам нравится арабская еда, вкусно. Смотри, идем немножко покажем. Смотри. И много видео, кстати, у меня было, народ, смотрите обязательно. Смотри, как это, как правильно называется, я не знаю, но красиво. Ой, мы так сидели и кушали, посмотрите видео, это секретный ужин. Ой, вот это дом интересный. Ой-ой-ой, ну все, да. Будет что посмотреть в следующий раз. Обязательно, классно. Классно, да? А может разрешают посидеть? Я всегда поражаюсь, это такие надо здоровые ноги иметь и колени, чтобы сесть на пол, потом встать. И это ж в любом возрасте ты должен это сделать. А вот и кораблик нас догнал. Опа, аккуратно, здесь спуститься нужно. Дай-ка кораблик покажем, красивенный какой, так, яркий. Как, оборотень или что? Красиво, да? Какие здесь яркие цветные кораблики. Умеют развлекать людей и привлекать внимание. Да, второй самолет летит в Абасе. Таш, где? А, я здесь. Идешь? Здесь, здесь, не здесь. Потерялась? Не-не-не. Так, я пошла после шоу за очередной хаус. Вот здесь много домов таких исторических. Ну как исторических? Сделаны совсем недавно, но они про историю. Культура моря. Культура моря. Культура моря. Я думаю, там много про жемчуги и про ныряльщиков также. Боже, какие интересные дома. Да. Я сама себе завидую, что может быть когда-нибудь. Да, ну ты же мечтала, когда мы здесь гуляли, и мы только видели, что должен открыться дом парфюмерии. Да. А как раз мы уехали 2,5 года назад, и он открылся буквально через неделю. Мы такие, ну все, скоро приедем, через пару месяцев. Да. Но нет. Не приехали. Но нет. Расскажите, теперь все совсем. Хотите насмешить Бога, по-другому, да? Расскажите свои планы. Расскажите свои планы, это точно. А здесь вот смотри, здесь маршрутное такси ходит, морское. Вот видишь, платформа 1. И да. Есть расписание. Конечно, темно, но где. Ух ты, вот мы, вот оно, мы дошли до памятника кораблю, кстати. Деревня наследие. Ну это они вообще красоту сделали. Конечно, перегорожено, а что перегорожено? Да, чтобы не лазили. Оно совершенно не так было, да? Ага. Простенько как-то. Сейчас сделали намного круче, наверное. Приближу. Ну вот, не будем пересекать запретную зону. Это реальный корабль такой был. Ну такой был, сделано по образу и подобию. Но я думаю, это новый. Должны открыть, смотри, это же действительно надо по это подиум, наверх заходишь и смотришь, что там сверху. Ага. Вот какой корабль здоровый. Ну что вы. А вон посидеть можно, да ты что, так сделали классно. Да, сделали классно, молодцы. Как только оно все откроется. И быстро как все. Ну дай бог, дай бог. Будем ждать. Что нам остается делать? Ждать и верить. Да, грустить не будем, будем ждать, будем стараться хоть немножечко путешествовать и показывать вам, наши дорогие подписчики, Эмираты и другие страны. Вон самолет, может, я сейчас его поймаю. Не, не надо, не поймаю. Вон, все, ушел, но ну, чуть-чуть поймала. Я тебе говорю, ты поймала. Просто следи за небом. Тут, мне кажется, секунд 15 летит. Или, ну, я ладно, за камерой 30, сижу. Максимум летит. Посмотрите, теперь вообще никого нет, людей нет, да, такие, опа, и никого. И мы одни, а всего-то 10-10, всего-то 10-10. Очень романтическая обстановка, интимная романтическая обстановка. Ну, если бы это было не Дубай, мне даже страшновато было бы, наверное. Чего-чего? Ну, не знаю, вообще, ну, никого нету. Ну, почему же никого нету? Ну, уже, да, вон какие-то ребята в жилетах, секьюрити, что ли. Так,
Так, а что это значит? Perfumes and Bouhour Production. А, он сейф. Ага. Джумаири. Парфюмы, Наташа, это твое, твое название. Откройте, господа, откройте. Да, действительно, интересно, работает или нет? Ну, сейчас-то точно не работает. Ну, не знаю, там такие флакончики похожи на один знаменитый бренд, поэтому я не знаю качество. А вот еще один кораблик. Надо будто так под старину, как ныряльщики за жемчугом или рыбаки работают. Да, и уже они в масках. А вообще что-то как-то совсем печально. Ну и котик спит, кто-то разбудил котика. Люди идут и разбудили котика. А на соседнем берегу пожарная сирена играет. Играла все. Там мокро. Проиграла. Поливали, и он спит. Лежит. Правильно, котик все там делает. Холодно, ветерок продувает. Еще красивые будет? Дома. Ну просто здесь такие красивые дома, которые, в принципе, и должны быть. Три маленькие вот, пушечки, причем у местных. Знаете, вот такие дачи местных. Дачи? Ага. Нет, это все. Ой, смотри, тоже вон, видишь, человек кого-то приветствует. Смотри, пушечки. Подожди, сейчас человека увеличу. А что это за сооружение? Человек без маски, уже, слава богу. Классно сделано, да? А здесь дальше уже, по-моему, деревня Наследие и кафешки все. Ты видела пушечки? Сейчас посмотрим. А пушки должны у каждого дома быть. Это правильно. А чего они тут что, переграждают? Ну, наверное, на ночь переграждают. Тут раньше была гульня, кафешки, тоже деревня Наследие. Всякие тоже музеи ныряльщика жемчуга. Помнишь, вот кораблик, он же здесь стоял где-то. А мне кажется, что он на том месте стоял. Чего? А мне кажется, он дальше стоял еще вон там вот где-то. Мы зашли, по крайней мере, сетилики прошли мимо нас. Нам не сказали, ну, как бы тоже интересно. А почему они должны были нам что-то сказать? Все же а почему оно заграждено? Ну, такой маленький проходик есть. Маленький. Ну, давайте идем дальше. Если есть маленький, то нужно пройти. Все. Какие вопросы? Ага. Боже мой, столько стояло столиков, столько людей ходило. Стройка, наверное, идет, поэтому тут... А. Тут столики, когда тут стояли столики? Да стояли, вот целая мне куча. Кажется, наоборот, здесь не, было не, все закрыто. Не тут знаю. Все строилось. Тут в этой стороне стояли тоже целая куча столиков. И была эта деревня Наследие. О, никогда только, никогда уже... столько свободного места не ой, было здесь. Мы подходим вот к этому мосту, или что это вообще такое за грандиозное сооружение? Ну да, ого, сколько мы прошли вообще. Вон там где-то Бурдж-Халифа, видите Бурдж-Халифу? А вон и Гевора светится. Видишь? Да. Ну справа от нее. Вот. Внизу. Да нет. А, вон, справа, да. Справа, да, шпиль. Ну, не настолько наша Гевора и ниже. Да. Хотя, может, здесь и была стройка, но я помню, что здесь целая куча и влево, и вправо было столиков. Нет. Не было, да? Немножко было, ты права, немножко было. Значит, они были напротив корабля. И вот это, а вот там да, вот, да, да потому что все. Очень много детей и бегало. Там все заканчивалось. Мамы, папы сидели. Там... А сейчас никаких столиков. И только мы вам показывали в нашем видео про прогулку, про покупку конфеток, сувениров, про колочку да, Абру. Да, мы это перенесли. Ну, большинство столиков теперь там стоит, кафешечек, стульчиков. Ну, хоть где-то у кого-то есть работа. Так, конечно, да, печально. Это, конечно. Идем посмотрим, что за мост такой. Ох, настроили же. Какая-то конструкция такая интересная. Одна дуга, потом под ней. Обалдеть. Прилично мы прошлись уже. Залив, класс. Очень много людей, кстати, на велосипедах. В Абу-Даби, в Эляйне больше на скутерах. А у меня есть и скутер, и велик. У меня же училка физкультуры, что там уже. И скейт, кстати, тоже есть. Ой, под ним кораблик. Красиво, мостик. И под ним кораблик. Что, он уже разворачивается, я не понимаю. Ну, короткая думала, прогулка, видимо. Но есть вот часовые, есть двухчасовые. А, ну может оно в принципе так и есть, пока отчаял, пока туда-сюда уже. Ну да, мы тоже уже гуляем прилично. На ВТ придется на такси ехать. Мы уже на метро не успеваем. Да?
Ну, уже 10:15. А, в 11:27. О, пугаешь. Я уже думала, что все закрыто. Думала, у нас сейчас всего лишь. А, 2 часа. Нет, так нормально. Я мне уже думала, кажется, что вы уже и вышли к метро, если честно. Ну, давай завернем и посмотрим. Что-то мне кажется. Ну, вон же люди откуда-то идут, и вон эти башенки. Ну, как вам прогулочка сегодня, народ, понравилась? Вообще, просто так взяли, вышли из метро, мне завернули в домики, заблудились в таком интересном и аутентичном Дубае. Показали вам старые домики, много музеев, залив и целую кучу котиков. Надеюсь, вам было интересно. С вами всегда наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, всем спасибо, всем добра. Пока.